think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят, еще раз. И мы опять вернулись на этот бешеный аккаунт. Почему бешеный, думаю, вы поймете. Многие не понимают и не поймут. Многие те, кто понимают, они как бы это поддерживают. У каждого есть право и выбор делать то, что он хочет. Кто-то влаживает игры, кто-то еще во что-то влаживает. Это дело лично каждого. Вот. Тем более, если есть возможность, это не проблема. И у нас продолжается, ребят, трэш. Я вам вчера показал видос. Ну, вы вчера увидели этот видос. Я уже заснимаю. После того, как я заснял обзор на божество, я чисто случайно успел в промежуток времени заснять видос. И я показал вам, сколько самоцветов дают в настолке. Можно за клик вытащить 200. В итоге мне Андрюха присылает через пару минут после того, как я записал видос, скрин. В принципе, я его, наверное, и поставлю на заставку. Он специально зашел, еще докинул пару паков и в итоге затащил акцию. И, соответственно, поехали. Я вам просто сейчас покажу, сколько же там дается самоцветов. Он дальше продолжил то же, что сделал вчера, только еще дальше зашел немножко. Ну, как немножко? Не, немножко. Честно говоря, я сам когда-то так раньше трешевал. Да и трешу иногда. В общем, поехали. Давайте забежим сюда в яйца. 36 попыток. У нас еще 3 пака. Сейчас заберем отсюда. А, кстати, не будем забирать. Смотрите, мы сейчас зайдем сюда. Я просто вот так вот получить сделаю. 17 итемов. Ребят, 17 итемов. 8, 4, 200, 4, 200, 4, 600 книг. 23 тысячи. 23 тысячи камней. 4, 800, 24 тысячи. 50 тысяч настолки, ребят. 5, 5, 100, 25, 53, 10, 600. 27, блядь, 27. Ну, что я могу вам сказать? Это просто, ребят, это просто писец. Так, у нас получается 20, короче, 20 попыток заберем. Сейчас зайдем в яйца и потом зайдем, я вам покажу просто настолку, и вы охренеете. Так, разбей яйца. Ну, это единственная акция на сегодня, которая дает возможность получить, ну, просто дохренище плюх. То есть, по сути, если зайдет начинающий донатный аккаунт и просто задонит там паков 10-20 паков, он отсюда наберет столько ресурсов, что ему просто нереально будет. Ну, наверное, начинающему это лучше не делать, это сделать, когда ты там получишь героя, вот тогда делать. У тебя будут камни, все будет для прокачек. Ты заходишь в эту акцию и просто тупо кайфуешь. Потому что ты получишь столько ресурсов, ну, я не знаю, что тебе просто хватит прокачать полностью весь аккаунт. Ну, это просто жестко, я не знаю. Это просто, блядь. Это лучше не делать и не смотреть. Так, поехали сюда. То есть, соответственно, на этом аккаунте уже особо качать некого. Здесь единственное, что осталось, это доделать нам созвездие и получить обычных питомцев. Это самая большая проблема, что у Андрюхи, что у Сереги на сервере нету питомцев. У нас на английском питомцев дофига нету скинов, здесь это наоборот все. Так, отлично. Есть. Получить все. Забрали 17 попыток. Так, поехали сюда. Коллекционер. Магазин скидок. 36 попыток у нас еще есть.
Так, карты. Сменки. Минус 30. Ну, заберем вот эти вот пакеты. Таких расходников. Десятая. Каменка. Блин, забрать одну, что ли? Пусть все-таки будет у него ни одной нету. Ну, мало ли где-то пригодится. Бывают варианты, что когда-то и эти затащат эмблемы. Так, опять. Забрать. Ну, карточки, я не знаю. 1557 карт. Сука. Я не могу, блядь. Это просто дикость. Я не знаю, что я буду тут на этом аккаунте сегодня делать. Ночевать, скорее всего. Ну, перекуса он уже никуда не денет. 587. Поехали дальше. Но вот это вот круто, то, что камни дают за самоцветы. Это реально круто. Что тут у нас 4 попытки? Блин, мы эти камни не можем забрать. Нету нифига. Ладно, пока оставим. Такс. Получить. Плюс 30 коробок еще забрали. Вот плохо, что нету трансформации ресурсов, да? Вот сразу. Либо надо, чтобы они увеличивали там до 100, до 200, а лучше до миллиона вместимость. Либо давали возможность трансформировать ресурсы, какие-то пакеты. Причем не только вот эти вот. А, но большинство ресурсов уже переходит в лимит. Такс. Поехали. Поехали дальше, ребят. Поехали, зайдем сюда. Просто no comments называется. Заходим на столку. X50. X55 и вот 4840. Он забрал перед этим как раз. Сейчас я скажу, то у меня оно на картинке. Он забрал 1664. Это 233 тысячи самоцветов. 233 тысячи самоцветов за один клик. И он это собрал. То есть, ну, по сути, ушло дофига пакетов. Но если дальше, допустим, если у вас там, вы хотите просто, вот вы крейзи вообще, если вы заходите, вот халявные самоцветы, это, по-моему, самая кайфовая тема, это настолка. 5500 пыли, я не знаю, кстати, надо будет глянуть, может, у него еще и пыль прибавилась, глянем, сколько там пыли у нас есть. 55 роз за один клик, 110 камней, ну, тут такое, расходники вот эти вот, сменки, это очень круто, будет дофига этих. Семерок, ну, камешки 55, остальное расходники я вам показал, они все есть там. Поехали посмотрим, что тут еще интересного прибавилось. Ну вот он словил, он до этого тоже ловил. Вот 307, ну, можно больше накопить, просто они тратятся очень быстро. Здесь роллинги были, как бы тоже дофига самого было. 211 камней уже, ребят, 211 камней. А кстати, там он писал попытки в этом столки, то я провтыкаю сейчас. 293 попытки, вот вам видно, 293 попытки, это просто пиздец. Вот я не знаю, ну, забираем. Тут единственный вариант, который есть со всех призов, да, для этого аккаунта, тут в принципе эти камни тоже нужны обычные. И те донатные, это по сути у него на 30, ну так, плюс-минус даже. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас всего добьем. Тут не обязательно, кстати, забирать эти камикроки, надо больше будет синих. Потому что синих для прокачки надо дофига. 217, давайте заберем тогда 23 камня. А остальное все можно будет на эти спустить. Этих надо намного будет больше. Хотя и эти нужны, и эти нужны. Что те нужны.
Но если брать по новым, 6 на героя, да, даже берем 50 на локацию надо будет ему, ну в среднем так я возьму даже. 50 на локацию, что по локациям осталось? Одна локация, две, три, четыре. Четыре локации осталось. Это по сути, даже если так взять по 50 камней, таких на одну, потому что там на улучшение идет 6. 8 героев, 6 на 8, 48. Ну, 50 камней. То есть у него, по сути, уже на эти локации камешки есть. Ну, опять же, нам не добавят все очень быстро, поэтому у него уже эти камни, в принципе, не вариант вообще. Поэтому поехали. Больше надо будут для прокачки синие камни. Ну, или те заберем. В общем, вот так вот, ребята, живут донаты. Давайте наменяем еще этих. Ну, я думаю, ему больше их не надо будет. 241 попытка, я охренею. Обычных надо побольше, там и для прокачек надо будет, я сколько у себя, 10 плюс 12, 22 камешка. 22 камешка, дофига надо, короче. 22, допустим, ну берем в среднем даже, да, 20, 22 камешка на одного героя, 7 героев, 140 надо, как минимум 140, а то есть 150 на одну. Короче, где-то порядка 600 камней надо. Поэтому этих камней тоже надо набрать для прокачки. В принципе, камней уже на этом аккаунте для прокачек просто не надо. Я вам показывал его до обновления. Это просто жесть. Еще таких заберу. Короче, нам надо где-то 600, ну, 646 и 247. Красные, ну, они, по сути, больше некуда. И даже если в обнове выпустят два героя в две локации, тут с головой этих камней хватит для прокачки всех локаций. Поэтому лучше в данном случае немножко синих забрать больше. Ну, хотя, в принципе, если он опять захочет задонить тут, без проблем. Можно будет получить все, что надо. Да, это, конечно, блин, пипец. Одна акция, которая дает возможность сразу прокачать весь аккаунт. Но это реально дофига. Около 130к, где-то так. Вы понимаете, да? X55. Самое прикольное, что уже, ну, по сути, только надо две вещи на этом аккаунте. Некоторые скины дособирать, которых нет. И дособирать питомцев. Все. И дальше он тоже просто тупо будет ждать обновления. Конечно, обмен нормальный. 2 на 5. Подешевели. Было у нас, по-моему, 4 на... Три камешка, если я не ошибаюсь, предыдущих. Сейчас уже улучшили, поменяли.
Я надеюсь, они не сделают 16-е скиллы дальше. Это я тормоз. Это пиздец. Это опять, блядь, epic fail называется. Набрал 59. Сейчас, блядь, если мы перезайдем. Эти все, блядь, это все опять пропадет. 20. Сука. Блядь. Ну это пиздец. Это просто пиздец. Вот это называется «Никогда не спешите». Так, смотрим, что по ресурсам. Книги. Ну, книги – это херня. Это тоже херня. Красных кристаллов 23, 50, 25. Это 50 тысяч красных. 53. Они сейчас просто тупо пропадут. Блять, обидно. Ну, они пропадут, их... Постараемся вернуть через поддержку опять. Но, блядь, я хотел покачать аккаунт сегодня. Некоторые герои поперекачивать. И опять попали в просак. Короче, IDG, надо с этим что-то делать. Потому что это уже реально вымораживает. Так, смотрим. 53 тысячи. 50. Это по этим. Так, пересматриваем. 100%, это пиздец. Жалко, просто хотелось перекачать некоторых героев. 103 тысячи. Короче, 103к желтых. И 52 тысячи красных. Ну, остальные расходники, ну... Остальные расходники — это просто расходники. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.